А за нами кто-то ползет. Она это просто игнорирует или что? И судя по всему, еще будет кто-то ползти. Ох! Ой. Я приехала в кучу говна. Здравствуйте, тараканчики. Как ваши дела сегодня? Я говорю, за нами кто-то идет, мать. Ты вообще это игноришь? Вот специально? Здорово. Ёпердолити, бобер. Ёбаная чика. Чуть не обосрался. Так, ну я жду от этой игры каких-нибудь скримеров, чтобы вот прям обосраться прямо с подливой, да? Вот, вопрос, как будет на самом деле? Ну, это, наверное, мы совсем скоро и узнаем, когда начнется основная жесть. А, нет, смотри-ка, можно сюда. Ты чё, конченый крокодил? Ты чё так орёшься на меня, а? Общайся нормально. А чё тут все такие высокие? Или это я... О, кто-то... Ну, кому-то настолько приспичило, что он прям с собой взял и пошел, видимо, по дороге заниматься делом. Окейушки, ладненько. Молодой человек, как ваши дела? О! Вот так горит дела. Хорошо, пойдем дальше. Я сейчас сдохну, кстати говоря. Р-р-р! Ну да, я помер. Приветик! Чего? А че там крокодил-то появился? Вообще ничего не понял. Что-то меня кто-то сначала кролик сажал, потом крокодил появился. Но крокодил решил закурить в сторонке. Он не меня убивал, он убивал воздух, судя по всему, потому что там никого больше не было. Непонятно вообще, что происходит, ребята, абсолютно. Ну ладно, погнали дальше. Чё это? Ты что, приготовить пиццу-то мне решил? А, это загрузка была. Я что-то смотрю, он мне пиццу уже готовит. Все, наигрался на сегодня. Пожрать пора, правильно, конечно. Обед. Все, а там шоу, ушел на обед. Опа, чика поплыла. Слушай, мать-то там накатила прям неплохо. Прям нехило, ее аж на конвейере уже доставляют. Так, что-то открылось там. Ладно, я решил уйти в закат. На волне успеха, так сказать. 2 hours later. Хорошо. Да я... Боже! Второй раз я там выпиливаюсь. Зачем? Да я туда просто иду-то. Надо под ноги-то смотреть периодически хотя бы. Просто так же развернулся и в ту же дырочку прямо вот. Ну, чтоб не расслаблялся сильно тоже, а? Здрасте. Мужчина, вы что здесь отдыхаете? Вам комфортно? Ну, отлично. Я вниз, если что. Хороший молодой человек. Мне понравился. Ну, тебя здесь еще не хватало. Здорово. Мужик, тебя видно, если что. Жопа, очко. Ну, я не могу выпрыгнуть. Ну, я не могу, ну не прыгается. Ну, не прыгается сегодня. Ох, здорово. Мне особенно нравится, как здесь вообще все реализовано. Здесь все сломано, просто с потолка свисают какие-то провода. Все разбито. Но при этом вот эта хрень, она работает отлично, абсолютно исправно. Ей ничего не мешает, она спокойным образом едет. Стой! Да куда ж тебя несет-то, мать? Ты че, ты, блин, выпила вискаря, что ли? Ты на ногах стоять не можешь нормально, что ли? Ты спокойно, иди вперед, я вперед нажимаю, я не нажимал вправо. Ну ты что-то решил такого заложить аккуратного угла и ушла нафиг. Так, допрыгну? Ну хорошо, отлично. Я так понимаю, легкой атлетикой ты тоже не занималась, да? Потому что по прыжкам в длину у тебя явно была двоечка. Уверенная причем такая. Прямо, я думаю, даже в минус оценка могла уйти у тебя за такие прыжки. Ну, чуть-чуть подальше. Ну, можно так вот, как кузнечик так. И все.
Нет же, блин, она что-то как мешок с говном падает просто на пол. И все. Ах ты, ну куда тебя несет? Да что ж такое-то? Я пройду этот момент сегодня. Нет. Во-во-во, нашел, хорошо. Карамелька. Ребята, это карамелька. До свидания, мистер кролик. Мафака. Опа, чика поплыла. Тара-тира-тира-та-уи. Здорово. Нифига себе приколдес. Ну-ка, какой-то гигантский кекс живой еще. Чё происходит вообще? Алло, ребята. Здрасте. Это что за радиоуправляемая машинка для картинга, мне вот интересно. Что за прикол это? Машинка-аниматроник, ребята. Вы где-нибудь такое видели? Нет, а я вот только что видел. Едем дальше. Здорово! Какие тебе глаза-то? Чё произошло? Алло? Она мне говорит, вот так меня за руку хватает, говорит, верни мне мои глаза. Я говорю, я что? Отпусти меня, мне больно. I'm sorry. Ебать, мать, с тобой все хорошо, у тебя биполярка, что ли, развивается, что происходит? А вот и медведь, собственно говоря. Етить, колотить. Ну, хорошо, я развернулся, конечно. Так, окей, бежать надо направо. Хотя я так понял, что в нужный момент у нас пекут пиццу в нужный момент, я вот что скажу. У нас там пошел конвейер, давай, вот так вот. Так, ладно, все, погнали. На этом ужасном лирическом выступлении. А, успел, я прям успел, да, я понял. Опа, заживала бедолагу. Ай, рука, родной, ну ты че? Ну ты чё, руку-то беречь надо. No! Вот, собственно, и все. Приехали мы на лифте, называется. Господа, вам какой этаж? Выходите. А кто досмотрел до этого момента, большой молодец. Друзья мои, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то с вас, как обычно, подписочка на канал и царский королевский лайк. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем удачи и всем пока.